Возраст не помеха. В первый день октября отмечают Всемирный день пожилого человека. Серпухов не стал исключением. Во Дворце культуры «Исток» за чайным столом собрались участники клуба «Активное долголетие» и волонтеры объединения «Добрые руки». Для гостей праздника организовали конкурсы, викторины, игры, песни и танцы. Четвертый год во Дворце культуры «Исток» в рамках губернаторской программы «Активное долголетие» ведет свою деятельность группа «Здоровье Позитив». В основном это женщины, мужчины иногда к нам забегают, они танцуют, они делают какие-то элементы фитнеса, зарядки, в общем, ведут активный образ жизни. Два раза в неделю, понедельник и четверг с 11 до 12, если кто-то желает присоединиться, то мы с удовольствием приглашаем. Праздничное мероприятие, посвященное Дню пожилого человека, подарило гостям хорошее настроение и уверенность в том, что пенсионный возраст не является пределом для активного времяпрепровождения.